Готовим драники или дируны. 1,5 килограмма картофеля, 4 луковицы, 300 грамм фарша, майонез, 2 яйца, соль, перец и приправа к картофелю. Картофель нужно натереть на терке с луком. Добавить туда 2 яйца. Фарш отправляем туда же. Солим чайную ложку соли. Пол чайной ложки перца у меня свежемолотый. Столовую ложку приправы к картофелю. И где-то столовую ложку майонеза. Все это нужно хорошо перемешать. Все хорошо размешиваем, обжариваем до готовности под крышкой. Делаем золотистой корочки. Соус подаю сметану с укропом. Можно с любой зеленью, кто как любит. Очень вкусно с фруктовым чаем. Всем приятного аппетита. И всего лишь один лайк.